Да, а? Старый, почему меня снимать? Инспектор. Я спрашиваю разрешение. А я у вас разрешение не буду. Не уберите камеру. Уберите, уберите руку. Уберите камеру. Руку уберите. Руку уберите. Уберите камеру. Отойдите от меня в сторону. Говорю? Вы почему бежали? А почему вы прибор вообще трогаете? Вы и дистанцию держите. Почему вы приборы трогаете? Я не трогал прибор, да? А кто повесил? Кто? А кто повесил? Да, вы повесили. Докажите, что это я повесил. Да, предмет всего нет. Ну давайте в прокуратуру обращайтесь. Ну вот все, дадите от камеры и идите к ним. Да по вашему пожеланию приедет ответственность. Я знаю, я в курсе, я позвонил дежурную часть. Акишин приедет. Акишин приедет. И будет скажет. Ради бога. Ждем. Вы не уходите, инспектор. Почему стойте здесь? Потому что я хочу, чтобы вы здесь стояли. Хотите? А что случилось? А в курсе нет то, что у нас произошло насильственное действие. Вы подходите по ориентировочке. А, подскажем, покажите мне ориентировочку, пожалуйста. Ориентировочку покажем на деле, когда вам доставим по рапорту. На деле мне? Да. А почему? А может, вы меня обманываете? Ну, сотрудник полиции не будет обманывать. Как кто не будет обманывать? Может... Хорошо. Составьте. Двух понятых следующих, чтобы было все подобно. А делаем досмотр гражданина. Вот, все как положено, все отлично. Да, сейчас. Всем привет, я хотел рассказать вкратце о предыстории данного видеозаписи, а именно, это видео заснял около 6 лет назад, залил, так сказать, на канал, но в итоге, каким-то образом я недавно заметил, что этого видео нет у меня на канале. То есть, почему-то YouTube удалил это, я этого не могу понять, почему, и на каком-то неизвестном мне канале это видео, кто-то его скачал и опубликовал на своем канале, набрало уже 500 000 просмотров. Так что вот я решил залить снова этот данный видеоролик. Может, вам будет интересен. Смотрите, интересуетесь и, короче, все увидите в дальнейшем. Смотрите. Вот, значит, город Энгельс, Волжский проспект. Находимся на Волжском проспекте. И тут у нас вот такая вот штучка стоит, интересная, прям спрятанная. А такая вот штучка. Что это? Спрятанная, на треноге почти стоит. Даже, да, смотри, вот за этим столбом. Сейчас как спросим. Он там сидит, охраняет. Ну, что это? Это сотрудник полиции, как понимаю, ГИБДД нашего городского Энгельс. Сторожит. Сторожит. Здравствуйте. А можно спросить, чем вы здесь занимаетесь? А с какой целью интересно? Что-что? Ну, во-первых, что у меня фотографируете? Я не фотографирую вас, а во-первых. Что? Что фотоаппарацию? Что фотоаппарацию? Ну вы что, не фотоаппарат? Я вам вопрос задаю, я вам ничего такое. Почему у вас стоит она спрятанная так за столбиком прям? Что она стоит? За столбом спрятана. Она спрятана, спрятана? Да, тренога спрятана. Вот столбик, видите, инспектор? Инспектор. Встаньте, пускай она будет видима максимально для всех участников дорожного движения. Видимо для всех. Для всех это стоит? Уже... Я не видел, вот я ехал, я не видел. Ну это уже ваши проблемы. Мои проблемы? Да. Удостоверение можно ваше? Какой цель? Я вас останавливаю. 185 приказ, пункт 20. Я вас останавливал. Вы выслушайте меня. Я еще раз, я вас останавливаю. Выслушайте меня. Ну. Вы что такой странный, инспектор? Я 185 приказ, пункт 20, что? И что? Что и что? Ну. Что и что? Представьте, пожалуйста, хотя бы статья 5, пункт 5 закона о полиции. Вы не знаете такого? Я все знаю. Ну а что, ну представьте тогда. Ну вы ко мне подошли, вы представьте. Я вопрос вам задал. Вы я вам... представьте. Сначала. Я? Да. Иксанов Артур Радикович, участник дорожного движения. В данный момент я являюсь пешеходом. Я к вам подошел. Вы сейчас меня снимаете, что? Я снимаю? Да. Я хочу, чтобы мы стали поближе к дороге, поставили треногу, и вопрос будет исчерпан. А ближе треногу? Да, да, да. Вот этот радар Крис называется, который. Я знаю, что... Поставьте, пожалуйста, чтобы мне видно было. Вот я ехал, и чтобы все участники дорожного движения видели. А его это, вы для... Я не видел. Вот этот я его поставил, чтобы вот вы этот не сбили инспектор... такие участники дорожного вон, движения. Вон тот столб мешает. Он там вот стоит за деревом, тот столб. Мешает. Да, он мешает. Я сейчас не. Вы для чего? Чтобы больше штрафов с людей сорвать или как? В кавычках, так сказать. Вообще-то здесь опасно аварийно. Вот, чтобы... Правильно. Вы ставите треногу для чего? Для чего ставят треногу? Вообще-то это фиксация. Уважаемый, слушайте, я вам еще вопрос даю. Треногу ставит... Треногу ставит... Я не учу вас, я вам говорю, как должно быть. Вас учить и учить. А вы что курите на службе? Ответственного, а почему я ответственного будем вызывать? А почему я... Вы со мной разговариваете с гражданином, мне неприятно, я не курю. Отойдите от меня, вы ко мне подошли. Вы что такой нервный, инспектор? Потому что мне начинает действовать на нервы. Что, на нервы действует? Да, я к вам не подхожу. Если вы нервный, увольтесь, идите на завод, работайте. Я вам вопрос задал. Да, вы старый, почему меня снимаете? Инспектор. Я спрашиваю разрешение. А я у вас разрешение не буду. Уберите, уберите руку. Уберите камеру. Руку уберите. Руку уберите. Уберите камеру. Отойдите от меня в сторону. Вы ко мне подошли. В сторону от меня отойдите. Вопрос. В сторону от меня отошли. Это что такое, инспектор? Я еще раз говорю. А?
Вы ко мне подойдите. Это ваше транспортное средство? Это ваше транспортное средство? Это уже не ваше. Руку уберите. Я сказал, уберите. Руку уберите. Руку уберите. Я вам разрешал, руку уберите. Вы это, убирайте. Дистанцию держите. Да, дистанцию. Да. Вы ко мне подошли. Уберите свое транспортное средство. Сейчас ответственное будем вызывать. Вот номер. Татьяна 680, Елена Михаил, 64-й регион. А еще раз предупреждаю, да. Если это будет в интернете, так. Это будет в прокуратуре. Ради бога, это ваше право, инспектор. Угу. Поставьте свою треногу вот эту на максимально видимый участок дороги. Он вот это стоит на максимально видимом. Где? У меня с вами вопрос о чем? Подождите, инспектор. Так, почему у меня трогает? Я вас трогаю машину? Вы трогаете. Вы дистанцию держите. Отойдите в сторону. Вы дистанцию держите, инспектор. Я вам еще раз говорю. Инспектор, представьте, кто вы. Удостоверение свое предоставьте. Вы ко мне подошли. Удостоверение свое предоставьте. Я все сказал. Удостоверение свое предоставьте, инспектор. Предоставьте удостоверение. Удостоверение предоставьте свое. Вот и выбежим. А сразу нельзя было выбежать, инспектор, выйти? А теперь его отойдите, да? Прибор, да. Сразу нельзя было выйти? Это вам так еще делал? Говорю. Вы почему бежали? А почему вы прибор вообще трогаете? Вы дистанцию держите. Почему вы приборы трогаете? Я не трогал прибор, да? А кто там повесил? Кто? А кто их повесил? Да, вы повесили. Кто? Докажите, что это я повесил. Да, у меня все снято. Ну давайте, прокуратура, обращайтесь. Ну вот все, отойдите от камеры, идите к ним. В сторону отойдите. Поставьте треногу сюда на максимально видимую. Кто такой сказал? Удостоверение свое предоставьте. Удостоверение предоставьте. Свою машину присядьте. Удостоверение предоставьте, инспектор. Я вам уже сказал. От прибор подошли. Инспектор, я закрою опять видимость, если вы уйдете. А, вы накроете? Да, я закрою, обещаю. Я вот здесь стоять буду, вот так специально закрою. Стой. Да, ну вот и буду стоять. Буду. Вы Лохматов, да? Инспектор, Василий Васильевич. Лохматов? Вы Лохматов, Василий Васильевич, да, я так понимаю? Подойдите сюда, инспектор. Инспектор, удостоверение предоставьте свое. На каком основании? Я к вам обращаюсь. Я буду так все закрывать, пока вы мне предоставите удостоверение и не поставите треногу. Вы будете закрывать, да? Поставьте треногу на максимально. То есть вы закрываете специально... Я встал, я буду здесь стоять, свой транспортный средств поставил. Стойте, стойте. Буду стоять, и все, и буду здесь стоять. Покажите удостоверение и поставьте треногу на максимально видимое расстояние, инспектор. Я вас останавливал. Поставьте ему на максимальное видимое для всех участников дороги. А почему она спрятана должна? Она не спрятана, стоит на улице. Как это не спрятана? Смотрите, за столбом стоит. Вот, вот стол, понимаете? Видите, водитель, сейчас водителя любого остановите. У вас есть жезл с собой или вам не доверяют жезл? Остановите жезлом и спросите у участника дорожного движения, видно ли максимально вот эту треногу. Что вы объясняете? Еще раз говорю. Вы дистанцию держите, дистанцию держите. Почему у меня руками трогаете? Я сказал, дистанцию держите. Почему у меня руками трогаете? Дистанцию держите. Дистанцию держите. Дистанцию держите. Не подходите, я с вами целоваться не хочу. А я вот к вам с вами... Я вижу, вы, по-моему, целоваться лезете ко мне. Ага. Да. Обязательно вам целоваться. Удостоверение покажите. Я еще раз объясняю. Что вы мне объясняете? Вот, через 20 метров столбы стоят. И что теперь? Вот сюда поставьте. И никаких вопросов. Чтобы ее кто-то сбил? Нет, вот сюда, инспектор. Вот сюда вот. Поставьте, пожалуйста. Я прошу. А почему она там должна стоять за столбом? Где должна стоять, а не через 20 метров? Инспектор, вы что такое? Ну идите. Все равно сейчас опять придете. Я вас приезжаю, поставьте, я поеду. И удостоверение свое предоставьте. Почему я вам должен предоставить? Потому что у вас, смотрите, значок спрятан. Я к вам подошел. У вас значок спрятанный. Не спрятаны. Спрятаны, смотрите, чтобы я не прочитал специально. Обязательно. Значок. Нагрузка. Пожалуйста. Нагрузка. 640733. Да. Вы Лохматов Василий Васильевич, я так понимаю. ГАИ города Энгельса, правильно? Возможно. Возможно? Да. Вы что такой странный? Ну поставьте и туда сделать. Я еще раз, у нас такие водители, как не вы, ну, нет, которые могут сбить этот прибор. Вот, вот поближе поставьте, тут смотрите, как вот расстояние еще 2 метра до этого. 2 метра. Мне хватило здесь остановиться, правильно? Ну, что мне хватило там вот за столбом. А если там кому-то понадобится остановиться? Мне вот этот столб мешал, то чтобы остановиться, остановить свое транспортное средство. Если кому-то что понадобится, не надо мне это. Вы можете мне? Мало чего мне не нравится. Не нравится, идите на завод. Давай. Да ради бога, снимайте. Ну, да ради бога. Снимай телефон. Да, 90-х годов. Инспектор, пожалуйста, поставьте сюда треногу, чтобы максимально видимо для всех участников дорожного движения было. Что вообще объединяет? Чтобы ее... Не направлять нельзя. Чего вы меня трогаете? А мне чего меня трогаете? Телефон, вы что меня трогаете? Да не нервничайте, я на вас с вами нормально общаюсь. Я вы нервничаете? Тоже нормально. Ну а что вы нервничаете, инспектор? Я еще раз обвиняю, чтобы его не сбили, такие же водители, это поставлено здесь. Здравствуйте, капитан Толкачев. Меня зовут Иксанов Артур Радикович. Я сейчас стою на Волжском проспекте, и здесь... Секундочку, Иксанов. Артур Радикович. Радикович.
там Артур нашел? Значит так, этот товарищ, товарищ Лохматов здесь спрятал треногу и отказывается предоставлять свое удостоверение. Я говорю, поставьте ее на максимально видимую для всех участников дорожного движения. Он отказывается и отказывается предоставлять удостоверение. И бьет по камере, не хочет, чтобы его снимали. Нервный какой-то. Сейчас ответственно пришлю. Хорошо, жду. Спасибо большое, дежурный. Это, Артур, телефон оставь какой-то, звонить какой-то. Ага, ну все, на тот же... Артур. На твой звонит, да? Да, на мой пускай звонит. Ну, сейчас я пришлю. Все, хорошо, спасибо. Ждем ответственности. Я по вашему пожеланию приеду ответственность. Я знаю, я в курсе, я позвонил дежурную часть. Акишин приедет. Акишин приедет. И будет тоже. Ради бога. Ждем. Вы не уходите, инспектор. Почему стойте я здесь? Здесь потому что я хочу, чтобы вы здесь стояли. Хотите? Инспектор, вы куда? Остановка не запрещена, правильно? Здесь не запрещено. Ну, а если он будет стоять, он будет мешать, правильно? Да, кто мешать будет? Не будет никому мешать, если он на обочине будет, не на дорожном полотне, он никому мешает. Здравствуйте. Я говорю, инспектору замечание сделал, спрятал ее за стол. Я говорю, поставьте вот сюда хотя бы. Он мне игнорирует эти требования. Удостоверение отказывается предоставлять. На грудный жетон спрятал, хамил и бил по камере. Подождите, откройте закон о полиции, статью 5. Так. Когда сотрудник полиции имеет право предоставить на служебное удостоверение. Так. Когда он обращается. Когда будет обращаться, он имеет право не показывать. Что-то должность и звание. Почему? Почему не имеет показывать? Статья 5. Откройте, почитайте. Нет, что мечтает, закон о полиции. Я еще говорю, если гражданин обращается к инспектору, гражданин обращается к инспектору, да, то он обязан только предоставить должность и звание. Гражданин вас останавливает, он обращается к вам. Гражданин, он да, по вашему требованию имеет, да, обязан, имеет да, обязан право предоставить вам уже будет удостоверение. Не, я его по закону о полиции, статья 5 представился. Кстати, 105. Он не представился мне. Я сомневаюсь, что представился. Он не представился. А тогда как ответственное лицо, погоди, хочу вам замечание. Что замечание сделать? Какое замечание? Предоставьте документы на транспорт средств. Вы сегодня управляли, у меня есть на видеорегистраторе это есть. Что? Что? Документы предоставьте на транспорт. Какой, на какой транспорт средств? На вот на котором управляли. У меня это есть на видеорегистраторе. Мы сегодня два раза попадались на вашем проспекте. Я не управлял транспортным средством. Я еще. Я не управлял транспортным средством. То есть это не ваш транспорт? Это не мое транспортное средство. Не ваш? Нет, не мое. Тогда документы удостоверяющей личности. Удостоверяющей личности? А что случилось? А в курсе нет, то, что у нас произошло насильственное действие. Подходите по ориентировочке. Подскажем, покажите мне ориентировочку, пожалуйста. Ориентировочку покажем на деле, когда вам достанем рапорт. На деле мне? Да. А почему? Вы можете меня обманывать. Сотрудник полиции не будет обманывать. Как кто не будет обманывать? Может, вы не сотрудник полиции, понимаете? Ну, как нет? Ну, как-то, уж мы а не говорю, сотрудник вы меня полиции. Вы прекрасно знаете, что сотрудник полиции. Я вас не знаю, например. Да. Вы меня не знаете? Да, не знаю абсолютно. Ну, я представился, когда подошел к вам. Вы ко мне не представлялись. Я не представился, я когда подошел, представился к вам. Я не слышал. Мне не интересно, мне не интересно ваше. А документы вы дайте, пожалуйста, удостоверяющие вашу личность. Что? Документы, удостоверяющие вашу личность. У нас что, паспортный режим в стране, инспектор? Я по основанию закона... А какой закон? Какая конституция? Конституция Российской Федерации. Конституция Российской Федерации? Российская Федерация должен иметь по себе документы, удостоверяющие личность. Я еще раз говорю, я выполняю. Инспектор, я вас спрашиваю, я сделал замечание, я товарищ инспектор. А вы кто? Я говорю, что командир взяла. Ну что, и что? Я не инспектор. Документы будете представлять? На каком основании будут документы? У меня нет, я гулял ходил. Удостоверяющий лично. Я сделал замечание инспектору. А что, я подхожу под что-то? Да, я под что? По какому насильнику? Да. Инспектор, вы да, что? Да, я еще раз говорю, я не инспектор, я сделал вам 3 раза замечание. Вы что, товарищ ответственный, да, тогда? Так точно.
Будьте документы, если я же сейчас предоставляю. Документы? Какие документы? Я не хотел. Есть статья 19. Покажите ориентировку, пожалуйста. Я еще говорю, на день. Инспектор, я вас вызвал для того, чтобы мы сделали замечание. Инспектор, я. Ну а как вас, как товарищ ответственный? Заместитель командира взвода. Заместитель командира взвода. Я вас, я повторяю, я сделал замечание, вызвал вас, чтобы вы разобрались в ситуации. Вы сейчас приезжайте, наезжайте меня. На меня. Я на вас приезжаю. Вы уже говорите то, что я подхожу под какую-то ориентировку. Вы походите на основании, да, по ориентировке. По какой ориентировке? По насилию. Которую по закону отнаемся. Не, инспектор, вы меня с кем-то путаете. Я не инспектор. Товарищ заместитель командира взвода. Извините, пожалуйста. Я вот замечание делаю. Товарищ ловко. Я вам еще говорю, вы будете? У меня документ, я паспорт с собой не ношу. На девушку. Вот сейчас мы его на третий отдел хотим доставить. Вы сами придумали. Ориентировку мы имеем право не предоставлять. Ориентировку на третьем отделе предоставить. Понятой, я вам вопрос задаю. Короче, случилось так. Я ехал, увидел, инспектор прячет камеру, сделал ему замечание. Почему он прячет за этот стол? Я приехал, начал позвонил дежурную часть. Приехал дежурную часть ответственный, теперь мне заявляет вот это. Плугину позвоните. Где он? Он должен подъездить, чтобы он на третий отдел его доставил, гражданина. Пускай доставляет. По ориентировке, по насильнику подходит. На третий отдел должен доставлять в качестве полиции. Просто если сейчас гражданин будет блюстителем закона оказывать содействие, точнее противодействие, угу, мы будем применять юридическую силу основания закона полиции. Если будет еще руки, товарищ понятый, я вас предупреждаю, ехал, увидел, стоит камера спрятанная. Поехал, сделал замечание, включил камеру, вызвали ответственного. Инспектор, товарищ заместитель командира взвода, не мешайте. Вызвал ответственного. Ответственный теперь давит на меня и говорит то, что я подхожу по что-то, чтобы меня забрать, изолировать отсюда. Я вас предупреждаю, понятый, все как и есть. Все, у меня все заснято сначала здесь. Все, да, конечно. Удостоверение в развернутом видео предоставьте. Пожалуйста. Нагрудный жетон 64-07-49. Старший лейтенант Акишин Олег Юрий. Действительно, до 5 декабря 2017 года. Отлично. Ждем наряд. Инспектор, вы будете камеру убирать? Не будет. Согласно правилам дорожного движения. На основании закона о полиции. Она где-то у меня полиция сказала, когда она стоит. Вы ехали, видели ее? А? Видели? С той стороны я ехал, что я видел. С той стороны, а отсюда ехал, вы не видели ее, да? За машину не видел. Вот, вот, видите. Вы меня задержите, инспектор? О, товарищ заместитель командира взвода. Да, мы сейчас поедем на отдел. Все, отлично. Мы поедем, будет дело. Отлично. П номер 3. Подхожу, да? Это кто, Целиенко сказал? Начальник ГАИ города Энгельса? Вы поедете, нет? Это начальник ГАИ города Энгельса сказал, товарищ Акишин? Не надо мне в лицо. Вы не трогайте меня, вы не трогайте, вы не препятствуете съемке. Я еще говорю, вы не препятствуете, не... Я вам говорю, не препятствуйте съемке. Я вам сказал, вот сейчас мы едем все с Плугиным товарищем Винярским. Поедем, куда мы денемся? Я никуда не денусь отсюда. Не переживайте, я не убегу. Не надо мне в лицо. Я не тыкаю вам в лицо, товарищ Акишин. Не надо мне в лицо. Я вам ничего не тычу. Я и говорю, не надо. Не тычу я вам. Это не ваш транспорт, мы не будем докладывать, что мы с ним будем делать, понятно? Что вы не будете докладывать? Ну, вот она стоит не здесь, вам так вот не нарушает, да, да, некрасиво, тыкает. Отлично, тыкает. Вообще некрасиво. Товарищ заместитель командира взвода, мы все в отделе. Вы же сказали, мы в отдел меня доставите, правильно? Вот мы все в отделе меня и узнаем, кто, что, как я есть. И сейчас заявление как раз напишем на вас там, через следственный комитет заедем. Как раз работает, все. А Акишин вы, да, товарищ? Акишин. Все, все отлично. Я не спорю. Заместитель командира взвода, вы по диктовку записываете, что к понятым или что? А что вот понятой, вот что? Вы не закрывайте, я хочу послушать, что вам мне говорить. Может, вы что-то придумаете, товарищ Акишин? Как это никак нет? А? Откройте, не закрывайте форточку, я буду все фиксировать на камеру. Холодно? Фуфайку оденьте.
вот чем занимается у нас товарищ Акишин. Товарищ ответственный, откройте форточку, пожалуйста. Уважаемый. Товарищ Акишин, форточку откройте. Игнорируй требования мои, товарищ Акишин. Заместитель командира взвода города Энгельс, Саратовской области. Вот чем и занимается. Товарищ Акишин, откройте, пожалуйста, форточку. У меня вопрос, можно, почему под диктовку инспектор пишет? Под вашу? Неправда. Что вы давление на понятых оказываете? Что вы говорите? Товарищ Акишин. Смотри, что делает у нас заместитель командира взвода. Это вообще ужас. Товарищ Акишин, я вас предупреждаю, если вы что-то клевету какую-то про меня скажете, вы самих понятых под 159-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации, под мошенничество, знаете об этом? Служебный подлог, 292-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Вы понимаете, вы придумываете сейчас на меня, вы задерживаете меня. Мне сейчас нужно было ехать по делам. Вы меня сейчас задержали, инспектор, товарищ, заместитель командира взвода. Что не предоставляю? У нас в стране паспортный режим. У нас в стране паспортный режим. По ориентировке, по насильнику. По насильнику? Да. Вы тоже похожи на насильник, тоже по ориентировке подходите. Тоже в шапке такой же, с звездами на плечах. Вы не предоставляете документы, связующие личность. Да? Я обязан вам представить. Вы кто? Вы вообще кто? Вы не сотрудник? Вы полицейский. Вы полицейский? Дорожный... Что? Товарищ понятой, я вас предупреждаю, если вы будете подписывать, я это до конца просто не оставлю через Следственный комитет. Это 159-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Вас вызовут просто. Я не угрожаю, просто предупреждаю. Реально, сейчас максимум, что может... Расписаться. Нет, да, он подписи. Подписаться он может. Он предупреждает факт, что вы отказываетесь предоставить документы для вашей личности. Так. Отказываетесь, раз. Я не отказываюсь. Давай. У меня их нету просто с собой. Вот, то есть нет. Да. Хорошо, даже это подтверждает. Второе. Вы отказываетесь предоставить документ, подтверждает, что это Nikon, фотоаппарат. Что? Вот эта аппаратура принадлежит вам. Документы есть, что это ваше? А вы кто такой, чтобы спрашивать у меня, что-то есть у меня или кто? Да и что вы полицейский? И что? И что? И что? Сейчас 020 звоню сейчас. Свой. Вы форочку не закрывайте. Товарищ понятой, я вас предупредил по этому поводу. Так что думайте, расписываться или не расписываться по его прихоти. Он может вас надавить. Он вас морально давит просто. Вот этот инспектор морально давит на вас. И все говорят, все инспектора ДПС города Энгельс на вас говорят, что вы морально давите всегда. И все делаете чужими руками. Это ваши, это людей. Это инспектора ДПС города Энгельса говорят. Я не нервничаю. Я вас высказываю, я вас перекрикиваю, потому что вы мне не даете сказать. Вы мне не даете сказать. Все, мы поговорим еще, все. Я предупредил вас, товарищ понятой, все. Так что вы думаете, расписывайте, не расписывайте, по прихоти вот этого товарища Акишина. Что, сейчас, минутку, я у понятого спрошу, что вы ему там сказали. Что она сказала? Ничего, вопрос задан, что документы не предоставил, и документы не предоставил на личность и на аппаратуру, и все. На аппаратуру даже, да? Да. Ну, ты расписался, все, да? Ну, я подтвердил, то есть... Больше что-то такое. Ага, ну все. Я подтвердил то, что я слышал видео, правильно? Ага, ну все, спасибо большое. Да, здесь. Хорошо. Составьте. А двух понятых следующих, чтобы было все подобно. А делаем досмотр гражданина с протокола. Вот. Все как положено. Все отлично. Да, сейчас. Отлично. Сейчас. Ждем. Это называется служебный подлог уже, товарищ старший лейтенант Акишин. Служебный подлог называется. Почему? Вы превышение должностных полномочий. Никак. Да, ну как никак. Вы пользуетесь своими полномочиями. Никак. Чужими руками делаете все это. Заставляете винярского инспектора. А сами вы не можете делать, потому что вы боитесь. Никак. Да, боитесь вы инспектора. Как это вы никого не боитесь? Прям никого. Ну я вижу как. И мнение о сотрудников ГАИ о вас какое. Узнаете потом, может быть. Или может уже знаете. Товарищ Акишин, долго меня задерживать будете? Три часа. А что, давайте 6 или 12.
часа. А, еще 3 часа. Отдел, я? Протокол, протокол задержания, пожалуйста, мне. Транспорт средства? Нет, протокол задержания меня. У нас меня. У нас меня. Инспектор. Меня. Меня. А ну тогда на нет и суда нету. Что вам надо? Как это в смысле? В прямом смысле? Какой здесь смысл? Здесь смысл? Если протокола нету, документа, я никуда не поеду. Документы все различные представляете. Вы слышите? Добры, проедемте на отдел. Я вам еще раз говорю, протокол задержания составляйте меня, гражданина Российской Федерации. Меня, протокол задержания, меня. Как вы заставите документы? Как это, как, кого? А зачем вам мне документы? Я вам предоставлю свои данные. Ради бога, пробивайте. Нет. Ну вот, тогда составляйте материал. Составляйте материал, и меня, я сразу поеду. Я все подпишусь. Имеете? Ну вот, задерживаете. Вы меня доставлять не имеете права, инспектор. На каком основании доставлять? На каком основании меня будете доставлять? Какая ориентировка? Насильник? Ну покажите мне ориентировку. Вы на насильника похожи больше, чем я. Вы по ориентировке, я просто в интернете видел фотографию. Вот вы больше похожи. Я-то худенький, слащавый, а у вас как раз и это. Так что, а я-то что? Я простой. Стоял, сделал замечание. Вы пошли на противность. Вы ответственны. Вы должны были замечание сделать инспектору. Я вам должен был сказать спасибо и все. Я вам сказал, без документов я никуда не поеду. Составлять материал, тогда я поеду. Каких? Я вам еще раз повторяю, протокол. Я предоставлю свои данные. Не надо, ты опять. Если у меня были документы, вы меня не задерживали, правильно? Что? Как это вы не можете? Я вам скажу правду, свою фамилию, имя, отчество. Не надо, тогда на нет и суда нет. На нет и суда нет, товарищ. Заместитель командира взвода Акишин Олег. По отчеству не знаю, как вас, извините меня, пожалуйста. Отдел полиции, составляйте материал, мы поедем. Это полемика бесполезная. Это демагогию вы разводите здесь. Куда поедете? Вы почему чужими руками все это делаете? Вот Винярского, посадили Винярского здесь. И вот составляю протокол, правильно? А что, а почему? А вы сами можете это сделать? Почему вы чужими руками все это делаете? А почему вы имеете право составить? Что ответственное лицо? И что, вы ответственны? Тогда вы сами делаете все. Инициативу проявляете, да? Короче, составляйте материал. Составляйте материал, дело. И мы поедем и в полицию, и в милицию, и в ФСБ, и ГУВД, хоть куда. Ради бога. Закон есть закон. Ждем. Давай. Вы добровольно не поедете? Ждем. Нет, без документов я не поеду. Понимаете, что вы сейчас... Что, понимаете? Ну, это ваше право, тогда можете задержать меня. Каким законом требования? 19.3, неповиновение сотрудника полиции, правильно? Правильно. Вы дорожного полотна, садитесь, инспектор. Вы без жилета стоите и мешаете уже участникам дорожного движения. Ни капельки не мешаете, а мне кажется, мешаем. Какое мое? Это не мое транспортное средство. Не мое. Вы постоянно нам управляете. Вам показалось, у меня нет вообще транспортного средства. Я вам сказал, составляйте материал дела, и тогда я поеду. Все, разговор окончен. Я жду. Протокол составляйте, товарищ Акишин. Сейчас вам все составим. Все, ждем, ожидаем. А то вы как хотели, смотрите, по вашей прихоти я буду ездить по отделам. А вы почему вы сотовым телефоном пользуетесь, не специальным средством связи? Я пользуюсь. Что пользуетесь? Товарищ Акишин. Не надо мне тыкать. Уберите, не препятствуйте съемкой, не бейте по камере. По камере вас никто. Вы меня сейчас ударили по камере. Ну, оттолкнули. Нет. Вот. Заходим в полицию. Здравствуйте, товарищ дежурный. Мне Бланка заявление можно написать? Заявление написать на сотрудника полиции. Вот, пожалуйста. Ну, у меня конфликтная ситуация возникла с инспектором ГИБДД. Ответственным, да. Он пытался. Ну, все, изложу в этом заявлении. Вы мне бланк дайте, пожалуйста. Акишин, заместитель командира города.
6. Чёрт его сделал.